Всем привет, друзья! Вы вновь на канале «Мы в Испании». Для вас Татьяна Алексей. А сегодня мы на выставке будем вам показывать пару-тройку интересных автодомов. Видите, какой красивый вы перед собой видите автодом, куда даже влезает маленький смарт. Я думаю, что кто может себе позволить такое удовольствие, то это вообще просто шикардосно. Да? Вы едете в путешествие на таком шикарном автобусе, у вас все есть, это практически квартира. И плюс еще маленький смартик с раскладной крышей, вообще супер-пупер. Если бы у нас была бы такая возможность, наверное, то мы бы приобрели, наверное, такой себе автодомчик. Ну, давайте пойдем сегодня и посмотрим, в принципе, реальные для нас модели и цены. Что-то, может быть, нас заинтересует, мы, как всегда, поделимся с вами. А все, вперед, смотреть себе новый автодом. Ну что, вот этот, в принципе, неплохой такой автомобильчик нам понравился. Правда, 86 ценник, но зато вон, что ж, много чего сюда включено. А вообще он написан, что он для 4 персон максимально. Внутрь мы не сможем зайти, потому что тут надо звать продавца. Ну, смотрите, удобное место водителя. Можно развернуться вот так. Столик, видимо, он тоже как бы складывается, раскладывается. Кухонка, туалет с душем и там спальное место. Мы сейчас сзади подойдем. А, Алексей, посмотри, окошечко. Вот что мне очень нравится, что есть окна сверху, крыша такая. Здесь, в принципе, раздвижная, задвижная дверочка, то есть такой, как микроавтобус. И здесь дверь открывается, можно посмотреть, что тут у нас интересного. А для чего лесенка вот здесь? Лазить наверх, наверное? Такая стеклышки, ну, в принципе, шкафчики. Место для вещей, да? Места очень много можно упаковать. 86 тысяч. Ну, так для нас, наверное, немножко дороговато, поэтому идем дальше, ищем что-то более бюджетное. Ну, а вот 87. Вообще мы сделали вывод, что такие автодома, они как-то подорожали за последнее время. Но покупатель всегда находится. Вот его купили, между прочим, 87 тысяч. И вообще очень много людей интересуется. Я вообще смотрю, что на выставке сегодня достаточно много народу. И туристов, и испанцев. Все очень сильно интересуются, любят путешествовать, видимо. Еще одна моделька, которую мы тоже увидели, 71 тысяча стоит. Тоже очень приятно, мне кажется. Смотрите, тут отсек такой, дверочка. Здесь кровати такие, да, как-то углом, что ли. У кого клаустрофобии нет, вполне себе возможно. Внутрь. Может быть, зайдем и посмотрим. Ну, в принципе, что тут? Все стандартно, наверное, да? Ну, давайте с вами посмотрим вот этот, что ли, не знаю, автодом. А, ну, да, тут написано, что надо с бензидором, но... В общем, мы быстренько посмотрим. Удобные места вот здесь столовые, как бы, да, душевые. Есть кухня, вот там большая спальня. Много разных интересных шкафчиков, полочек, подсветка, лючок сверху. Классно, да? А особенно мне вот это нравится, место там, где... Что разворачивается. Да, разворачиваются стульчики, где водитель, и открывается сверху лючок. Подсветка... Тоже ящички разные. Здесь цена 81 930, а на рынках бывают, а вообще 89, я так понимаю. Ой, нет, 89 тотальная цена, 581. Достаточно дорогое удовольствие. Ну, тут кожаное сиденье, он такой, можно сказать, лакшери. Здесь даже запах очень приятный, такого дерева натурального и кожи. Конечно же, все очень удобно, все сиденья, все креслица, тоже есть лючок, разные ящички, чтобы все упаковать. Еще один лючок, я смотрю, вот тут сверху, над кухней. Полочки, вытяжка, ну вообще просто очень-очень-очень красиво. Душевая, шкафчики, спальные места. Наверное, это для четверых, я так подозреваю. Ну,
очень неприятные использованы материалы для оформления этого автодома. Мне вот с точки зрения эстетики и женского взгляда это очень нравится. Очень приятно кухонка и шкафчики. Подсветка очень красивая. В общем, тоже достаточно все приятно. Все, наверное, тут как бы... Вот там шкаф, смотри, есть всякие эти ящички. Все, конечно, трансформируется здесь, наверное, можно и... Да, окошечки, которые открываются для проветривания, ящички. Ну, достаточно приятно, приятно. Цена оправдана. Для нас, наверное, слишком дороговато. Покажи вот это вот. Тут всякие оферты есть. Может быть, кому-то это и подойдет. Сейчас минус 7160 на выставке, так что успеете, если... кто-то ищет какую-то модель, и выставка еще работает. Ну, вот так вот. Ну, достаточно приятно. Вот тут какие-то разные лючки, да, здесь вода, здесь багажное отделение. Ну, прикольно, прикольно. Камера. Как вариант, очень даже, может быть. Выбрал вот такой, это вот прям как гостиница на колесах. Да, караваны Мурсии. Ну, малыш тут. Караваны Мурсии. И продажа, и аренда у них, и сервис свой, Таер. А стоит он у нас 84 655. Да, тоже очень уютненько внутри, я смотрю, кожа, дерево, отделка красивая. На базе Ситроена сделано. На базе Ситроена, да. Ну, давайте зайдем сюда. В общем, видно, что 84 и тотально до 92 тысяч евро стоит такой автодом. Там разные функции, вы посмотрите разные. В общем, да, кожаные сиденья. Я так понимаю, что регулируется столик. Вот тут все нарисовано. Вообще классно, мне нравится. Здесь кровать откидывается вниз. Для четырех человек это автодом, 7,45 длина. Кровать регулируется вот там по высоте написано. Много шкафчиков, приятная кухня. Здесь душевая. Вот сразу чувствуется хороший материал и приятный запах, да? Дерево, кожа. Матрас очень удобный, тут для двоих, и можно даже форточку открывать, просто. В окно смотреть. Короче, продаем квартиру, покупаем автодом. Покупаем автодом. А здесь у нас туалет отдельный, посмотри, загляни сюда. Туалетик, всякие шкафчики, зеркала, очень уютненько, дверки хорошие, материалы шикарные. Да. Душевая вот здесь вот, обернись назад, вот здесь вот есть такая дверка, которая как гармошечкой закрывает, отделяет ту часть от этой. А здесь вот еще, наверное, дверь, которая... Нет, она должна как-то задвигаться. А, вот она, вот она. Ну, в общем, она закрыта, мы не будем трогать. Душ очень хороший. Вот здесь какие-то шкафчики. А, это холодильник. Давай посмотрим, холодильничек. Классно очень. Здесь могут ехать 4 человека, пристегнутые, потому что здесь должны быть ремни безопасности, по-моему. Вот они, кстати, есть. Ремни безопасности, то есть места амалогированные, можно ехать прямо двое здесь и двое здесь. Все едут, чувствуют себя шикарно. Ну и разворачиваются вот эти кресла. То есть обзор, конечно, шикарный здесь. Кроватка, вот она поднимается, опускается. Подсветка. Ну, в общем... Мой бен. То есть мне очень нравится. Понятно. Шикарно, да. Управление автодомом, наверное, да, все. Ну что, пойдемте дальше. Покажем кемпинги такие. Угу. Пойдем зайдем, Алексей. Вот это очень вместительный такой прицепчик, хоть он и 36 тысяч стоит, но. Ну, такая кровать сюда, жах, и отдыхаешь. Вот мне нравится, что можно небом любоваться. Здесь можно сидеть, отдыхать, как гостиная зона, она же кухня. Для путешествий вообще шикардосная. Дальше вот тут, конечно, две маленькие кроватки. Ну, мы с тобой влезем. Это, в принципе, наверное, больше детские, а там взрослые. Все закрыто, здесь тут туалет, видимо, холодильник. В общем, все, полный набор. Классно. Очень классно. 36 600. Шестиместный.
вам показали немножечко автодомов. В целом они пользуются большим спросом, очень много людей ими интересуются, не только местные, но и туристы. Цены, конечно, мы видим, что на них подросли. В принципе, интересно, много интересных моделек. Мы тоже для себя кое-что посмотрели на будущее, так что будем следить за новинками в автодомах, скажем так. Ну и вновь встретимся с вами на нашем канале «Мы в Испании». Для вас Татьяна, Алексей. Кто не знает, мы живем в провинции Аликанте. Это побережье Коста-Бланка. Всем удачи, добра. Подписывайтесь на канал. Adios amigos. Увидимся вновь. Пока-пока.